Всем привет. Привет, Ос. Зенит Краснодар. Важный матч. Премьер-лига России. Идем на втором месте сейчас, но, конечно, календарь тяжелый. Краснодар сильный. Очень сильная команда. Очень плотно, кстати, все идут. У меня половинчатый состав сегодня. Фух, best defensive team, говорят. Ну ладно. 4 гола. Сегодня очень экспериментальная защита. Только гора из основы. А там полицейский в форме какого-то странно. Состав, как видите, второй. Ну, точнее, не второй, но смешанный. Роналдо и Черышев из основы с Дюбой в нападении все втроем. Дани справа вместо Халка. Шатов травмирован все еще. 4 месяца где-то еще лечится. Ну, а у Краснодара, конечно, в порядке все. Хороший состав. Сильный. Будет сложно. Будет сложно. Ну, Рональдо готовится. Рональдо готовится. Есть Рональдо для дальних штрафных ударов и Вандервард для коротеньких. Так что, Алексей Потрепкин. Надеюсь, не будешь давать фейковые пенальти. Очень надеюсь, мяч красивый, бутсы розовые, поехали. Ай-яй-яй. Не будем нестись вперед, как угорелые. Сыграем осторожно. Попробуем, по крайней мере. Команда против нас серьезная. Дзюбиньо. Рональдо. И отблагодарить. Что за празднование гола, но это гол. Красивая комбинация. Дзюба на Дани. Дани прошел, пробил. Отскок и Рональдо. Рональдо завершает. Ну, молодец. 1-0. Странное празднование. 1-0. Есть! 5 голов уже. Неплохо забивает, не в каждом матче, конечно, в Реал Мадрид больше забивал. Но российская лига, защита хорошая здесь у всех, так что вам не в Испании играть. Я прикалываюсь, понятное дело, но вы понимаете. А чё? Первый на мяче. Анюков, Дани. Дани, что творит сегодня Дани? Просто фантастика. Вот это Дани. С такой игрой в основу можно пробиться. Наш легендарный игрок выигрывал Лигу Европы с командой несколько лет назад. Или не выигрывал? Да вроде выигрывал. Ох, неплохой удар. Неплохой удар.
Анюков. Дани, Гарсия, Рональдо, нет, Дзюба. Рональдо. Ансальди. Ансальди Булка. Побежал домой. Дзюба! Как ты не подкараулил? А чё, решил поиграть в Нойера? Ну беги, Чарышев. Чё он так долго ждал-то? Ну ладно. Валент решил проверить по классике. Хорошая я игра в обороне. Ну, пока что. Да, это было плохо. Хави Гарсия. Блять, что это за херь? Это какой-то дикий сейф. Это чё? Я вообще не понимаю, он иногда такие чудеса творит, что я просто в шоке. Да бля, Анюков. Чё ты такой булочник? Ну а чё, конечно, иногда выдает просто нереальные сейвы. Ах ты жопа. Не-не-не-не-не. Нас поджали чутка. Хороший удар. А чё, контролировал, но... Этот контроль, он такой, на тоненького. Пошел, да не пошел, нет. Угловой. Ах. Ну это Ачоа. Это Ачоа. Защитник, ты чё, выпил с утреца? Гарай. Да, не получилась быстрая атака. Ансальди, конечно, я вам скажу, достаточно булочник. Не самый мой качественный игрок. Ошибается до хилища. Бля, Ансальди. Попрошу. О! Дани. Это Хави Гарсия, но он не умеет финтить, если что. Ну, это хорошая попытка. Но у нас Гарай в защите, just saying. Вот это на тоненького. Это они, конечно, порой компьютер просто играет так, что в жизни, ну, не может быть такого просто. Слишком тонко. Даже Нойер такое себе не позволяет. Ну, это важнейший отбор только что совершил Гарай. Бля.
Но меня поджали, как вы заметили. Очень сильно причем. Надо в контратаку, мне кажется, поиграть. Либо наоборот в позиционную игру. Подержать мяч. Ну блин. А. Ну вот эти вот их, конечно, комбинации, это круто. Это реально круто. Блин, ну они накрывают. Тяжелый матч. Гол я, конечно, быстрый забил, но матч тяжелый. Черешова пока нет на поле. Ну, точнее, есть, но чисто в регламенте значится. Да, ничего не было. Чё свистишь, Лука? А чё? Серьезный молодой человек. Надеюсь, он не очень хорошо исполняет штрафные удары. Зюба вообще гигант. Нифига себе. Ну, это, конечно, круто. Блин, они разыгрывают просто офигительно круто все. Я в шоке. Бля, рука. Вообще ничего не получается, рябчики. Просто ничего. В прямом смысле этого слова. Этот хрен, Ари, он опасный тип. Блять, что? Фуф! Ни хрена себе. Да ё-моё. Бля, чуваки, погодьте. Так, где там расстановка? Possession, пожалуйста. Катаем мяч. Катаем мяч. Бля, чего они не бегут? Да они. Пасуля не прошла. Хорош. Они просто колдун. Что творит, а? Что творит? Гарсия. Фантастические вещи творит. Человек.
forward with that block. Leo Rafailov. Pereira. Nice bit of interplay between these two. Кстати, неплохой пятиминутный отрезок исполнения «Зенита». Был. Теперь надо обороняться. Wasteful pass, unforced error, really. Here's Van der Vaart. Да, рука. Ансальди все испортил. Анюков надежно. Ну это жесть, напряженный матч. В Тарбинского меняют. Выходит какой-то Медейрош. Тарбинский не торопится. Чисто трусцой пробегается, а дальше вообще шагом. А чё? Бля, я думал, Дзюбинью достанет. Ну а чё? А чё? Ну это ошибка. Вратаря. Я удивлен. Ну а чё, что-то реально странное сделал. Хотя и защита махнула. Чё там, а чё делал? Да. Странно, странно. Да. Бл-б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 л
Ну, а чё, чё-то странное сотворил. У нас тройная замена. А показывают какого-то бородатого чувака. Охеренчик. Красота. Сыграем высокий прессинг. Рука, бля, рука. Судья, ты охерел? Почему ты мне никогда пенальти не даешь, халявный? Yes. Фу-ху-ху-ху-ху. Красную карточку нам было давать. Well, I know in some parts of the world they call this tactic lock-up shot. I know it more as parking the bus, but it's the same end result.
Анюков, конечно, булка. Неплохой, блин, дриблинг вот этот у парня. Хватит время тянуть. Я уже испугался. Думал, сейчас пенальти поставят. Сейчас слово. Криштиану! Криштиану! Блять, Халк, что ты делаешь за спинами вообще всей команды там? Просто глупости какие. Ничья? Ничья? Тяжелая ничья. А чё ошибся, конечно. Но Краснодар заслужил, мне кажется. Ну а Криштиану мог забивать парочку. А, прикольно. Это клёво. Это клёво. Рональдо открывает счет. Дальше сейф. Супер сейф Синицына. Ну а дальше нас уже прессовали. Какой-то сейф Ачоа там замутил. Хороший сейф. Ну и позорная голяха. Вообще не понимаю, как Ачоа так ошибся. Ну и Криштиану в самой концовке. Чуть-чуть. 1-1. Ничья.